для укрепления Америки. То есть разница с Томми Меркинен, генеральным секретарем Комитетского партии Финляндии. Comrades, the working class was able to take power in Russia in 1917 because it was led by the Communist Bolshevik Party. Рабочий класс Финляндии приветствует рабочий класс России в победоносном 1917 году. Рабочий класс в России смог одержать победу, потому что был ведом коммунистической большевистской партией. Деятельность нашей партии всегда руководствовалась диалектическим и историческим материализмом, научным пониманием законов природы и социальных изменений. Мы всегда основывались на фундаментальных научных разработках Маркса и Энгельса, Ленина, которые и развивали эти идеи. Маркс, Энгельс и Ленин раскрыли законы, движущие капиталистическим обществом, и предоставили тщательный анализ социального развития. Рабочий класс, как они говорили, должен освободить сам себя от капиталистической эксплуатации только путем целенаправленной борьбы за государственную власть. Рабочий класс может быть успешным в своей борьбе, если он руководствуется четким знанием направления своих действий, благодаря организационным усилиям дисциплинированной коммунистической партии. Буржуазное государство должно уступить место рабочему государству. Диктатура буржуазии должна быть заменена диктатурой пролетариата. Это та цель, которая бы обеспечивала управление рабочими как государством, так и началом социалистического строительства. Великая Октябрьская социалистическая революция продемонстрировала свою силу в единстве рабочих и крестьянства, трудового крестьянства. Впервые в истории человечества государственная власть была взята во имя интересов рабочего класса. Революция была успешной только потому, что новое советское правительство немедленно начало проводить политику в интересах рабочего человека. Прекращение войны на всех фронтах, мир без аннексии и репараций, земля, отданная тем, кто на ней работает, армия демократизирована, средства производства были взяты под контроль рабочих, распределение продуктов питания и других продуктов первой необходимости было организовано государством. Таким образом, самоорганизовавшиеся народы, живущие в Российской империи, получили четкие пути развития, дальнейшего развития. Социализм позволил построить общество без эксплуатации человека человеком. Построение социализма в Советском Союзе продемонстрировало, что рабочие могут решить проблемы развития общества на социалистической основе. Во время первой пятилетки в 1928 году была развернута широкая программа индустриализации. Затем наступили годы коллективизации и механизации сельского хозяйства, что позволило увеличить количество промышленных рабочих. В очень короткое время Советский Союз был превращен из аграрной страны в мощное промышленное государство. В Конституции 1936 года Советский Союз был объявлен социалистическим государством. Благодаря построению индустриальной базы Советский Союз смог победить германский фашизм.
Вместе с тем, внутренние противоречия капитализму усугублялись и вели к новым и новым войнам. В результате, в конце 1920-х годов экономическая депрессия и укрепление движения рабочего класса возникло националистическое правое политическое течение во многих европейских странах, а также во всемирном масштабе. Фашизм и нацизм стали ответами мира капитализма на справедливые требования социальной справедливости, выдвинутые рабочими. Отказом сопротивляться германскому фашизму капиталистические державы хотели направить его против Советского Союза. Благодаря быстрой индустриализации Советский Союз смог создать военную промышленность, способную сопротивляться будущей агрессии, противостоять ей и разбить впоследствии германский фашизм. Решающим фактором для победы в войне стала самоотверженная борьба народов Советского Союза, объединенных социалистическим государством и коммунистической партией. В этой войне Советский Союз потерял более 20 миллионов своих граждан, а партия потеряла миллионы своих членов. Именно они и были тем примером, который вдохновил антифашистский фронт. После Второй мировой войны новые попытки построения социализма были начаты в освобожденных странах. Организация Объединенных Наций была создана. Она должна была стать гарантией мира. Послевоенный период колониальный мир начал свою освободительную борьбу. Возникли новые страны, в основном это были страны развивающиеся. В 60-е и 70-е годы вместе с Советским Союзом и другими социалистическими странами они активно работали над изменением международного законодательства и экономических отношений между странами. К сожалению, международный капитализм смог этому воспрепятствовать. Свобода торговли, требуемая транснациональными монополиями, стала фактически решающим фактором в формировании международного законодательства, экономической жизни, мира капитализма и империализма. Большинство предыдущих колониальных стран были задержаны в этом мире неоколониализма, связанными с глобальной капиталистической системой, и были вынуждены быть не более чем резервом трудовой силы и сырья. Советский Союз быстро стал промышленной сверхдержавой и был способен удовлетворять все более растущие потребности своих народов и поднимать их образовательный уровень. Экономика Советского Союза росла, и он находился на передовых рубежах науки и техники. Советский Союз получил всемирное признание как победитель в Великой Отечественной войне, особенно в среде рабочего класса. Однако ситуация изменилась после смерти Иосифа Сталина, и его партия стала критиковать его изнутри, преуменьшая его роль, обвиняя его в культе личности и злоупотреблениях властью. Эти антисталинские тенденции продолжаются и в сегодняшнем мире. Они и являются, можно сказать, передовой атакой, которая до сих пор извращает учение Маркса и Ленина, теорию революции, и пытается принизить роль диктатуры пролетариата.
После сталинской эпохи Советский Союз постепенно отвернулся от политики самообеспеченности и стал смешиваться с глобальным капиталистическим миром. К 70-м годам Советский Союз уже стал должником европейских капиталистических государств. Мирное существование и экономическая кооперация с Западом означало прежде всего продажу ресурсов и покупку производственных товаров Запада. В то же время начался процесс внутреннего ослабления самой коммунистической партии. Возникла новая партийная элита, которая имела свои особые права и родились особые привилегии. Советский Союз был способен в короткий период восполнить экономические потери от войны. Это было достигнуто фактически на промышленном и научном фронтах и осуществлялось на передовых направлениях науки и техники. Был продемонстрирован целый ряд передовых проектов промышленных в области энергетики и массового создания производств. Создавались плотины, строились электростанции, производилась электрификация масштабная всей страны, механизировалось сельское хозяйство и велась активная борьба за космическое пространство, осуществились завоевания в космической сфере. В Советском Союзе развитие экономики и науки пролагали пути для постепенного перехода к коммунистической фазе. Работа была у всех, здравоохранение и образование были бесплатными и доступными всем гражданам. Стоимость пищи и коммунальных услуг были крайне низкими. Дешевый транспорт. Однако развитие, такое активное промышленное развитие вызывало определенные инвайроменталистские проблемы, экологические проблемы, не менее значительные, нежели промышленное развитие в капиталистических странах. Тем не менее, работа по построению социализма показала, на что он способен, какие серьезные проблемы он способен решать, и как успешно он готов продвигать завоевания в области справедливой и равной и жизни равных условий для всех граждан, удовлетворения их интеллектуальных потребностей. Без сомнения, проблемы, связанные с экологической с экологией, возникающие в ходе человеческой деятельности, также могли бы быть разрешимы, если бы строительство социализма было продолжено. Международная конференция коммунистических и рабочих партий, которая была проведена в 1960 году, отмечала, что основной опасностью для коммунистических партий и коммунистической идеологии в то время представлял собой правый ревизионизм, который было необходимо победить. К сожалению, такая оценка не была воспринята всерьез в то время. И были сделаны очень серьезные ошибки на пути развития социализма в Советском Союзе. Эти ошибки не проистекали из социалистической теории, но за них несли ответственность исключительно партийное руководство из-за их отклонений как раз от этой теории. В
Позднее эти ошибки привели к разрушению социалистического общества. В 1961 году Коммунистическая партия Советского Союза отклонилась от марксистских принципов диктатуры пролетариата и этого учения, выбросив повестку классовой борьбы из своих программных документов. Борьба классов не заканчивается созданием социалистического общества. Более того, она продолжается и в политической, и в экономической, и в идеологической областях. Классовые противоречия все еще существуют в обществе. И искривляют прямую дорогу, по которой идет народ, строящий социализм. Строительство коммунистического общества не есть ровной дорогой, на которой отсутствуют антагонизмы. Но то понимание, которое возникло в коммунистической среде, то понимание развития было поддержано лозунгами «Единый советский народ, страна для всех».